Всем привет! Меня зовут Лариса, рада, что вы посетили мой канал. Я знаю, вам понравилась рубрика «Сколько я потратила за день?» И я решила снять, сколько я потратила за неделю проживания в Лондоне. Я взяла какую-то неделю в феврале, не важно по датам, важно, сколько что я потратила. Допустим, вчера я сходила к ветеринару с Капули. Капуль, поприветствуй. Скажи. Привет. Привет. Мы за ветеринара отдали 100 фунтов прием и выписка рецептов. Здесь такая ситуация, что у нас нет медстраховки кошачьей, поэтому пришлось платить полную стоимость. Прием вообще какой-то бесполезный, нам сказали, ну нормально, ну ничего, ну заживет, ну ничего не надо. Я хотела на всякий случай выписать капли для глаз с антибиотиком, потому что у нас иногда бывает воспаление, и нам не выписали, сказали, нет, мы выписываем антибиотики только при наличии кейса. Кейса, то есть вы пришли, и вы, ну, как бы с болезнью, с болячкой, и вам непосредственно от этой болячки выписывают антибиотики. Также у меня был конъюнктивит. Я не могла нигде купить капли, потому что они изъяты из продаж, и единственное, что меня спасло, это альбуцид, который я привезла 100 лет в обед из России. Так, сегодня я покажу, что я еще купила. Так, я обожаю копченую скумбрию и 6 курасанов, это мне обошлось в где-то 7 фунтов. Я купила крем для тела без запаха, обожаю, мне очень нравится вот этот крем от Bioderma с помпой, 500 мл, он стоит по ценник 19 фунтов. Еще я купила монопучок для очистки вот между зубов. От аллергии купила капли 12 фунтов. То есть в аптеке я потратила 30 чем-то. Еще я зашла в магазин, купила бананы. Скажите, у вас бывает такое, что в определенном магазине бананы вкуснее? Я не знаю, я вот хожу в определенный магазин за бананами, потому что они сладкие. Паста, котлеты из цветной капусты. Кстати, вы знали, что цветная капуста, она название идет не от слова цвет, а от слова цветок. Потому что калифлауэр, кали это капуста, флауэр это цветок. То есть правильно бы ее назвать цветочная капуста, а не цветная капуста. Это вот такие котлеты. Я говорила про бананы. Вот у меня такая же история с авокадо, только в определенном магазине они вкусные. Бекон уже нарезанный. Я обожаю покупать вот такой нарезанный. Он называется панчета, но по сути это бекон. Варенье из блюбери, черника, черничное варенье. Сейчас я сделаю курасанчик, немножко варенья и буду отдыхать. Это все продукты. За продукты я отдала 30 фунтов. Вот так вот, 30, 30 и 10, можно сказать. Я потратила 70 фунтов. Я сейчас сходила к стоматологу, отдала 135 фунтов за первый прием. 135, охренеть, как дорого. Еще надо было депозит платить. Я еще хотела сделать рентген, но так как я была первый раз прием не у врача, а у гигиениста, мне сказали, нет, чтобы сделать рентген, нужно записаться на прием к врачу, на чекап, чтобы на меня посмотрели и сделали снимок. Ну ладно, без снимка. Почему я хотела сделать снимок? Потому что в прошлом году я делала снимок, и мне сделали несколько маленьких, и я не понимаю, какой зуб где. Потому что это вообще отвратительный снимок был. Я хотела полностью, чтобы на одном фото, на одном рентгене все было. В итоге нет. И забронировать чисто рентген нельзя, только с чекапом. А чекап это плюс 70, плюс рентген 70, и тогда уже 140-150. Вот такие вот цены. Я когда делала чистку, у меня так заболело лицо, у меня свело щеку, и мне одели специальный расширитель рта, такой силиконовый, и этот силиконовый расширитель невероятно давил мне вот на вот эту складку. Короче, как будто меня били по лицу. Еще минуты 3, наверное, у меня десна кровоточили. Короче говоря, мне сказали, вроде все нормально, но воспаленные десна, а чтобы снять воспаление, их надо чистить каждые 6 часов, потому что там инфекция, это все надо вычищать, полоскать рот. И мне сказали пользоваться пастой Colgate Sensitive. И я такая, серьезно, Colgate? Это вроде не самая хорошая зубная паста, но я не знаю, не знаю. Я так устала, я ей сказала, что я так устала. Она чистила мне зубы целый час она мне прочищала, продувала, вытирала, кровь останавливала, а я такая, я так устала. У нее сейчас еще будет эта чистка, а я такая домой, у меня просто нет сил. Для очистки зубов нужно выделять один день выходной, чтобы потом просто лежать и отходить, восстанавливаться. Какао на овсяном 3,60.
Курьер доставил 3 посылки. Вообще-то я заказывала 4. Это все, можно сказать, я купила на сайте Resale Vinted. Сейчас покажу. Я заказывала новые, там новые без этикетки. Они должны быть хорошего качества по фотографиям, пока надеюсь. Давайте распаковывать и смотреть, что сколько стоит. Так, начнем с этой посылочки. Жакет Arket. Это куртка, размер XS. И как видите, она размер XS, но она как бы M, мне кажется, так. На кнопках. И у меня новая курточка. Слушайте, классно. Вторая будет большая. То есть первая была самая маленькая, вторая будет самая большая. Ну, я более подробная распаковка будет в шопинге. Видео. Так, это пальто. Вроде как серое. Серое в гусиную клетку, или как-то так называется. Оно шерсть. Это размер XS. Но он, опять же, как будто S, даже M. Вообще, длина идеальная, как я и хотела. Сейчас мне надо взглянуть. Так. Вау, вау, вау. Мне очень нравится. Еще одна долгожданная посылка – это обувь. Посмотрим, учит ли меня чем-нибудь жизнь. Так, очень хорошо упаковано. Не распаковать просто так. Та-да! Я заказала Уги на ресейле, потому что это выгодно. Последний момент, камера отключилась полностью, я записываю цену. Так, обувь мне обошлась в 60 фунтов, хотя оригинальная цена где-то 80-90. Пальто мне обошлось 80 фунтов, хотя цена была 150. И жакет Arket я купила за 30 фунтов, это, ну, в 2-3 раза дешевле, чем в самом Arket. Я считаю, этот шопинг был удачным. Плюс 30 фунтов, наверное, я отдам за химчистку, все это почистить. И у меня новые вещи. Я отправляюсь сейчас на спорт и химчистка. Спортзал мне обходится 120 фунтов каждый месяц. Вот сюда я хожу заниматься на пилатесе. Специальные носочки. Они вот такие противоскользящие. Ну что, пожелайте мне удачной тренировки. Я забрала вещи из химчистки. Химчистка подорожала, сейчас все подорожало. Две вещи обошлось мне в 35 фунтов. Здесь пальто и пуховик. Слушайте, он такой же, какой и был. У меня такое ощущение, что он вообще не чистил. Просто утюгом обдал. Пальто, по крайней мере, пахнет свежестью, чистотой. А пуховик весь в волосах, какой и был. Единственное, что мне не нравится, что оно застегивается вот на пупке. Хочется вот так. Но здесь нет никаких инструментов защелки. Не знаю, как сделать. Вот так вот, чтобы он заканчивался. Может, продырявить? Ну, смотрите, вот если бы тут, было бы идеально. Мы сейчас ходили в очень красивое место, в которое я давно уже хотела попасть, и туда надо очень-очень заранее бронировать места. Я вот за один месяц забронировала на выходной день. Это очень популярное место, Циркополо. Это итальянское кафе с очень атмосферным интерьером. Мне очень понравилась паста карбонара. Здесь не так много мест, где делают пасту карбонара. Я очень счастлива туда попасть и поесть. Я сказала, что у меня аллергия на орехи. И мне официант сказал, что вам никакие десерты нельзя. И поэтому я осталась без десерта. Весь десерт съел муж. Я не расстраиваюсь, потому что я вот вышла с легким чувством голода. И, в принципе, сейчас я чувствую себя абсолютно сытой. И вот, смотрите, я взяла безалкогольный коктейль. Мы взяли пасту на двоих. Муж взял десерт и кофе, и с чаевыми.
Все обошлось 67 фунтов. Ужин на двоих 67 фунтов. Никаких экстра. Можно было, конечно, взять закуски, вино, еще другие какие-нибудь десерты, но вот такие. Продолжаю снимать неделю трат. Если честно, на несколько дней я просто выпала из съемки. У меня просто не было ни сил, ни желания, потому что коты, домашние дела, то одно, то другое. И у меня даже нет сил ни на монтаж, ни на съемки. Я продолжаю снимать свою неделю трат. На продукты я, конечно, не засняла, но где-то я уже потратила фунтов 70. Это какая-то мелочь. Мясо, рыба, овощи, фрукты, ягоды, хлеб. Все вот это простое базовое, что уже было потрачено и, более того, уже съедено. Так что мне снять нечего, но не волнуйтесь, холодильник уже пустеет, скоро я пойду за продуктами. Вчера я сделала заказ на Amazon, мне коробочки уже пришли. Общий заказ на Amazon у меня обошелся 80 фунтов. И если вам интересно, что же для дома я купила на 80 фунтов, давайте распаковывать. Первым делом я беру спиртовой санитайзер и обрабатываю этикетки, чтобы никто не вычислил мой адрес, потому что privacy прежде всего. Это кошачья еда. Я стараюсь покупать еду, в железных баночках, потому что железные баночки можно сдать в переработку. Дальше мне пришел горчичный порошок, и я взяла попробовать, чтобы дома было чем ноги парить. Когда ты чувствуешь, заболеваешь, прогорел ножки с горчицей, идеально. Как обычно, ромашка, россыпью. Всем аллергикам доброе утро. Я купила такую банку для промывания носа. Вот такая красивая коробочка. Блин. Я думала, я заказала вот это устройство для соплей, для кончика и вот подставку. А здесь приехала только подставка. Добрый вечер. Вещь полезная, я закажу отдельное устройство. Пока пускай будет просто подставка. Я вот заказала кастильное мыло, безопасное. Здесь оно веган, натуральное, не тестируется на животных, все органик. Обычное натуральное мыло, без всякой химии, для уборки дома. И 8 программы, 5 литров уксуса, который 10%, очень тяжелая банка, тоже для экологичной уборки. И если вы смотрите в новостях, что британцы моют уксусом и содой, потому что это дорого, зайдите на Amazon, посмотрите, сколько стоит сода и сколько стоит уксус, дешевле купить какую-нибудь бытовую химию в ближайшем магазине. Поэтому для экологичной уборки я взяла уксус, кастильное мыло, кастальное, я... Вот поправьте, если я не знаю, как она на русском, кастильное мыло, есть такое. Литр мыла, 5 литров уксуса, и еще всякие штуки будут доходить, где-то 80 фунтов. Все для дома. Я уже вернулась домой, и пришла еще одна часть посылки от Amazon. Это большой раскладной таз для бытовых нужд. Ой, большой таз. Зачем такой огромный? Ну, во-первых, он складной и мобильный. А с другой стороны, мне будет удобно, когда стираешь постельное белье, полотенце, сразу все как бы в один таз и развесить. Я не пользуюсь сушильной машиной, потому что она нифига не сушит. Я не знаю, в чем прикол, почему все так восхищаются. Наша машина оставляет вещи сырыми и горячими. Не знаю, может, после этого они будут быстрее сохнуть. Я не поняла феномен сушильной машины. Может быть, у нас не очень хорошие. Такие замечательные ритузы, штаны. Почему я купила? Потому что что-то я хожу в джинсах, мне что-то жмет, тянет, что-то они жесткие, холодные. Поэтому я взяла вот такие хлопковые ритузики. Они очень широкие, очень такие statement. Мне кажется, я буду в них очень моднявая, потому что у них очень интересные, как это называется, выточки, стежки. Вот эти штаны, брюки в размере M, чтобы они вообще были свободными, обошлись в 30 фунтов. 4, 1, 2, 3 and 4. 4 больших куска мыла по 250 грамм на 12 фунтов. Подарок я сейчас буду заказывать онлайн. Он где-то обойдется мне 100-150 фунтов. Я еще сейчас не знаю, что там по ценам будет. Точнее, я знаю, я вам не говорю, чтобы вы как бы точно не знали цены, потому что, ну, это же подарок. День прошел в тратах вот таких. Так что посмотрим, как будет завтра. Я приехала на Covent Garden. Как вы знаете, февраль важный для нас, для нашей семьи месяц. Мужа день рождения. Я приехала на Covent Garden, чтобы найти какой-нибудь ему подарок.
Но прежде чем искать подарок, я хочу перекусить и зайду в свое любимое место. Надеюсь, у меня все получится. Обед мне обошелся почти 19 фунтов. Суп 7, крем-брюле 7, чай и чаевые. В итоге почти 19. Я пообедала, и теперь полна силы и энергии искать подарок. Может быть, подарить сумку для путешествий. Такая сумка здесь называется Weekend Bag. Сумка на выходные. Но мы домосеки, никуда не ездим, сидим дома. Так что сумка отметается. Я, честно скажу, выбирала что-то мужу, но в итоге я нашла себе вот такие интересные ритузы. Они отправляются со мной. Типичная история, ищу что-то в подарок для мужа, а покупаю что-то себе. Но я исправляюсь, я сейчас точно иду, что-то куплю. Что-то найду и что-то куплю. Я зашла в Аркет. Ну, думаю, вряд ли он обрадуется такой вазе. Мне в Аркете нравится все для дома. Все такое интересное, необычное. Пожалуйста, горшок. Какой интересный горшок для цветов. Или подсвечники. Ну, самое классное здесь, как я считаю, это пледы из 100% шерсти. Я зашла в Тики Макс, взяла мыло. Подарок так себе будет, поэтому я делаю попытку номер 3. В магазине не было наличия того, чего я хочу. Можно заказать онлайн, но я хочу купить это живьем. Может быть, подарить ему свой портрет. Не знаю, не знаю. Я зашла в H&M Home. Очень много всяких симпатичных деталей для дома. Мне все нравится, мне все хочется купить. Но я не думаю, что моему мужу понравится это в качестве подарка, потому что он вообще не про декор. Конечно, он хочет PlayStation 5 или 6, какая там сейчас, вы высохли. Ну, не знаю, это слишком очевидно, слишком просто. Я люблю приключения, я люблю сложности, поэтому я ищу что-то другое. Этот подарок ему точно понравится. В итоге придется заказывать все-таки онлайн, потому что нету того цвета, которого я хочу. Эта вещь в другом цвете есть, а я хочу другом, иначе цвет. Я была в Charity Shop и купила просто, не то что купила, я нашла сокровища. Все хорошо мне упаковали, сейчас я покажу, что здесь. Красивейшие пиалы. Для каких-нибудь снеков, для, не знаю, для мороженого, для пирожного, такое вот стекло. Естественно, сейчас все это буду мыть. Она очень такая тяжелая, весомая, но мне очень нравится, красивая. В Charity я отдала 15 фунтов. Маленькая тарелочка, очень красивая. Тут розочка, белая роза.
А с обратной стороны это китайский фарфор. Ну, я взяла просто потому, что она красивая. Я не то, чтобы здесь что-то буду подавать. Вот такая вот хрустальная пиала. Я сначала подумала, что это пепельница. Но потом, мне кажется, для пепельницы она слишком легкая. Ну, вот здесь не написано производство чье. Но она на свету, на солнце будет играть невероятно красиво. Это шедевр искусства. Просто посмотрите. Так, это, я так понимаю, для молока, для каких-нибудь соусов. Но я взяла просто для красоты поставить на стол. Возможно, сюда какой-нибудь маленький букет. Гвоздь программы. То, что вы, наверное, ждали. Наконец, пришла посылка. Это подарок для мужа. Здесь все это красиво упаковано. Я эту упаковку, естественно, сейчас сниму. Надо проверить, убрать, чтобы он не видел цен. И давайте я распакую. Это просто шедевр. Она все так хорошо держится, я не хочу ее доставать. Покажу просто вот вам маленький кусочек. Красно-оранжевый проигрыватель. Только я думала, здесь будет прозрачная крышка. Но полностью покажу, когда он достанет. Капуль. Лариса, ну ругай. Как тебе Бетховен? В начале видео я вам сказала, что буду снимать неделю и сосниму все свои траты, но получается, я снимала в течение месяца, я думала это скомпоновать в качестве недели, но не получается ни по датам, ни по погоде, ни по времени. Получается, февраль прошел, и сейчас я расскажу о своих тратах. Какую-то часть трат вы уже видели, а сейчас я подведу общий итог. Я не буду писать общую сумму, я не буду переводить в рубли, если вам интересно, вы всегда можете найти калькулятор и перевести. Так что я беру свой телефон, каждую свою трату я завожу в приложение, на что, куда я потратила. Приложение у меня называется просто MoneyOk. И здесь я просто пишу, сколько чего, куда я потратила. О боже мой! В этом месяце я потратила 1300 фунтов. Вот такая сумма у меня вышла. И давайте мы сейчас разберем, на что. Самая большая стоимость — это продукты, 450. Открываю траты, я потратила 18, 5, 18, 6, 26, 28, 17, 1, 5, 19, 24, тра-та-та-тра-та-та. И вот каждые вот эти траты накапливаются, и вот эти все траты накапливаются, и выходят 450. Хотя смотришь, 20, 18, 16, и бац, откуда 450? Ну, это, если честно, даже мало. Обычно у меня 600-700 может уйти. В кафе. В этом месяце мы с мужем часто ходили в кафе, пару раз. И это стоимость кафе, когда я беру, заказываю еду онлайн, или мы едим вне дома. И в этом месяце у меня вышло 320, ну, 330. Это довольно дорого, что ты как-то совсем разошлась. Ну вот 10, 7, 7, 3, 32, 39. Это мы уже вдвоем куда-то сходили. В мой день рождения мы сходили во французский ресторан, и там было 39 фунтов. Потому что мы не брали десерт, мы наели сладкого дома. Так, и вот еще мы сходили в ресторан вдвоем, потратили 67. Итак, еда вне дома 9, 3, 14, 17, 4. И в итоге это все накапало на общую сумму 330 фунтов. Дом. Дом — это я все, что заказываю для дома, на Amazon, всякие чарити. И все у меня вышло для дома 164 фунта. На спорт каждый месяц 120 фунтов. Хочешь, не хочешь, но я трачу и занимаюсь. Но я не хожу каждый день. Через день там раз-два дня точно хожу. Сегодня у меня выходной. Сегодня у меня день съемки, поэтому я не пошла на спорт. Дорога у меня обошлась где? 37 фунтов, потому что я никуда в основном не ездила. Так, на мобильный. Это все приложения, это все подписки. YouTube я плачу каждый месяц 20 фунтов, чтобы смотреть без рекламы. Купила приложение за 7 фунтов.
10 фунтов это я плачу за музыку на YouTube, и 10 фунтов это мой мобильный тариф. Одежда. Одежда я купила в Zara штанышки, брючки. Они обошлись мне в 30 фунтов. Я в этом месяце молодец, держу себя как могу. И на кошку я в этом месяце потратила 4 фунта, это я и покупаю траву. Получается, как будто я потратила 47 фунтов в день. На самом деле это не так. Я могу в день ничего не покупать. На следующий день мне придется купить на 150 фунтов что-то из этого. То есть это не обязательно так, что я вот себе разграничила. Конечно, хотелось бы сэкономить, но получилось то, что получилось. И надеюсь, я этим видео никого не оскорбила. Я просто поделилась с вами своими тратами. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу о тратах в Лондоне. Если вы тратите дешевле, расскажите, какие ваши фишки сэкономить. Это мне будет очень интересно и полезно. И полезно всем, кто любит почитать комментарии. Пишите ваши советы. И поставьте лайк, дизлайк, как вы считаете нужно. И подписывайтесь, Впереди вас ждут интересные видео. Снимаю, монтирую, не так быстро, как раньше, но я работаю. Спасибо, что были со мной, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!